Не верь глазам своим и утверждениям, что черный автомобиль красив. К этому выводу приходит любой владелец авто темного цвета. И в мире популярно серебро и белое. Да, гораздо практичней, грязи и царапин меньше. А вот оно, черное. И только купленное из салона. И как и что делать с паутинкой и любой царапинкой даже от полиэтиленового пакета? Идеальный совет. Упаси вас Господь, ведром двумя мыть машину. Это похороны черного красавца и мгновенное увольнение служебного водителя. Я лично поступил бы так. Но приобретя третий черный автомобиль, как и все разумные и любящие свой авто перцы, искал и нашел технологию и место, куда я могу отдать свой конь железный на уход. И делаю это регулярно. Но есть несколько принципов, из которых ангажированность журналиста – вещь обязательная. Не ангажирован – злой критик. Но когда еще и сам журналист очарован потрясающим результатом, то остается ждать эффекта очарования владельца авто. А пока вкратце напомню, что автомоечный комплекс «Твой до дыр» является единственным представителем этой технологии – нанесения полимерного покрытия «Мистер Кэп». И эта технология творит вещи просто невообразимые ранее, заставляя машину сиять как зеркало. Конечно, конкуренты не дремлют. Конечно, пытаются внедрить похожие или пропихнуть временный результат. И даже псевдогарантируя аналогичный эффект. Но недостаточно пустить пыль в глаза, заполировав либо покрыв эпоксидной пленкой. Полировка смоется, а эпоксидная композиция не обладает достаточной адгезией. Но попробуйте сами что-нибудь приклеить к полимеру. И лакокрасочное покрытие авто – это именно полимерная композиция. И только кропотливый труд, и только технология Мистер Кэп справляется со сложной задачей. Это не реклама, это проверенный мной, автолюбителем, факт. А сколько нам открытий чудных готовит Мистер Кэпа дух? Дело в том, что вот сюжет абсолютно неподготовленный. Мы приехали специально с утра, 9 марта, казалось бы, пора и спать, или пиво пить. А мы приехали для того, чтобы посмотреть на реакцию, первую реакцию владельца Toyota Camry, нового автомобиля черного цвета. Итак, какова она? Да, спустя сутки из бокса автомоечного комплекса «Твой до дыр» выехал действительно другой автомобиль. И напомним, это был новый салон на авто. Но оставив собственные эмоции и практически собственное участие в перевоплощении, слово предоставим хозяину. Итак, как результат? Ну, конечно, не сравнить все, что было, и все, что есть. Вопросов нет. Покупка автомобиля черного цвета – это, конечно, стиль, престиж, но, наверное, все-таки немножко не для России. Вот рядышком стоит джип черный, но он тоже, кстати, обработан Мистер Кэпом. В итоге, вы еще не пробовали обработку наностекла? Нет, еще не пробовал. Так вот, обратите внимание, вот машина с нанообработкой, стекла все чистые. Самая машина, борта грязные. Но, тем не менее, все те паутинки, которые мы видели на новой машине, где они? Ну, отсутствуют. Мы уже не первую машину обрабатываем. И служебные, и вот свои уже. Я только знаю человек 6, наверное, которые обработали. Съездим за 130 километров, обрабатываем машину. А куда деваться? Красота требует жертв. И она того стоит? Да, она того стоит, конечно. Вариантов нет. Не пожалел вот эти самые там? Нет. Даже ни грамм не пожалел. А откуда узнал о технологии Мистер Кэп? Ну, ребята приезжают, с комбинатом работают. Мы приезжаем, на хоккей болеем тут. За магнитку, за салават. Кто как, за кого. Так вот, по рассказам. Вообще классная мойка, вопросов нет.